Всем привет, друзья, с вами Болторез, и сегодня вечером у нас, как обычно, новенький инди-хор. Кейдж Фейс, первая, видимо, картина, глава Майна, что это, шахта, скорее всего. Давайте посмотрим, чем нас здесь будут пугать. Наверняка обвалами каменными, какими-нибудь взрывами и так далее. Осмотритесь вокруг VSD, интеракнуться левая кнопка мыши или Е. Выбери сложности. Ну, я хочу поиграть на нормале. Что-то как-то на хардкоре-то сразу прям не особо хочется. Зашел я на сайт, давно там не был. Столько там всего, слушайте, ребят. Если повезет, и если все эти хорроры окажутся более-менее нормальными, то, естественно, они появятся на канале. Психолог с нами разговаривает. Это кто? Это я? С выпученными глазами. Ну что ж, давайте начнем с того, что произошло в той самой шахте. Если ты что-либо чувствуешь. Тинейджер отвечает мне и моему приятелю. Что-то там мы учились в старшей школе и хотели отправиться в колледж. Но, видимо, что-то пошло не так, и мы отправились работать на шахтах. Наверное, как-то к этому подводит. Мы ждали, когда это все закончится, город, и вот однажды что-то произошло. Мы ждали, когда сможем отсюда свалить. Ну, вы понимаете. Нет, мы не понимаем, блядь, как разговаривают тинейджеры, и поэтому не особо пока ясно. Мой друг знал о том, что все это, шахта может, видимо, обвалиться и что-то там использовать. Многие шахтеры отправились на работу утром, взяли отдых сегодня. Так, блядь, они пошли на работу или все-таки взяли отдых? И мы... А, ну, видимо, они не отправились на работу. Хуй его знает. Короче, не пошли на работу. Взяли отдых, и вот эти старшеклассники решили проникнуть под покровом ночи в эти самые шахты. Что они там искали, не знаю. Некоторое время туннели были освещены нашим фонариком. Было все очень так сыро, мерзко. Мой папа когда-то там охотился, и... Мой папа был охотником, и у него... Был, видимо, прибор ночного видения. Блять, это визуально новелла или хор? Где игра-то? Я что-то не понял. Я отправился туда, когда я нашел эту самую шахту. Моего друга там не было. И что, он отправился без меня. Туннели были правыми. Он использовал лестницу и... Большие металлические ворота. Я отправился за ним по тому же самому пути и начал его искать. Блять, ну наконец-то! Вот, в общем, ребята, там был наш друг, и мы пошли его искать. После этого мы каким-то чудом, видимо, выжили, выбрались из этой шахты и начали посещать психолога. Что же там с нами произошло, я не знаю, наверное, какой-нибудь дичайший скримак мы словим, и все, и пизда. Так, шахты, ага. Действительно, у нас есть фонарь. Там речь шла как о каком-то ночном визоре. ВНТМБ, нихуя не работает. Видимо, что-то я не так перевел, или нас попросту наебали. East Area. Дверь, подлог, нужен ключ, чтобы открыть. Все понятно, это что-то вроде подвала, и нам тут пригодится ключ. А вот те самые металлические ворота. Переключатель открывает металлическую дверь, когда будет... питание. Так, ну вот смотрите-ка. Все логично. Вот он, провод идет, и куда он уходит? Нам, походу, туда. Там у нас находится, получается, западное крыло. Full store. Так, ага, там и топливо мы найдем. А здесь у нас где-то подсобка должна быть. И гоняют вагонетки. Окей. Это самая шахта... Шахта шахтеров. Я хотел бы все здесь вычистить, чтобы рабочие могли отдыхать, но руки у меня растут из жопы, поэтому я не буду это делать. Работа неблагодарная, поэтому ну его нахуй. Примерно как-то так. Ну, наверное, давайте пойдем по проводам. Флешлайт, то бишь мой фонарь, чувствует себя очень плохо. Мой отец дал мне ночное видение. А, на правую кнопку. Все понял. Вы представляете, ребят, я все кнопки практически на клавиатуре перетыкал и не додумался нажать на правую кнопку мыши.
А я не понял, шахтеры здесь вообще чем занимались? Они, блядь, минералы доставали, добывали или граффити рисовали? Ну, как-то стрёмно, слушайте. Можно продолжить вперед, и мы выйдем на западную площадку. В принципе, там же и будет топливо, генераторное, наверное, и все-таки можно еще вернуться в подсобку. Ну нет. Мы взяли первоначальный путь и пойдем туда. Вот. Эта дверь закрыта. Что-то должно быть, чтобы открыть дверь с другой стороны. А, она, наверное, завалена просто. Я, может быть, через генераторную как-то в нее и смогу попасть. Вот, ага, ну-ка. Блять, цифры нужны. Нам нужны три цифры. Вот так, подсобка. Здесь что у нас? Туннель. Наверняка заваленный. Припасы помощи были удалены. Из этого туннеля я знаю, что что-то там говорили, но я продолжаю думать, что то, что говорили, это полный пиздеж. Меня кто-то пытался обмануть, но я им не поверил. Старые мины, во. Здесь, наверное, старые мины. Что с фонарем-то? Перестань моросить. Ну да, действительно, смотрите, все. А нет, смотри-ка. Шахтер! Братан! Вы посмотрите, его ранили самое сердце. И в живот еще выстрелили. А что случилось? Прятаться? Твою мать! Вот это очень плохой знак, ребят. Значит, за нами кто-то будет бегать. Святое дерьмо! Он мертв! Я думаю, что ад случился с ним, но я не знаю, что это могло быть, мне нужно оглядеться вокруг и понять, что здесь произошло. Металлическая дверь заблокирована, как я должен вообще отсюда выбраться? Может быть, я смогу найти помощь? Извини, дружище. Это наш дружище. Это я его лутаю, что ли? Нормально. Не, ну а правильно, а чё добру пропадать? Мы нашли ключ от западной площадки. Подождите, а если бы я чисто случайно не зажал бы левую кнопку мыши и не понял бы, что здесь вообще можно лутать, это как? У меня есть ключи, допустим. Блять, как-то сыкотно, слушайте. Здесь какая-то хуйня бродит, от которой нам придется прятаться, и она убивает людей. Мне это не нравится. Я, наверное, с ночным видением буду ходить. Я нигде заряда не вижу, так что, скорее всего, мы сможем этим заниматься бесконечно. Так, оно как-то... Тихо. Блять, такое ощущение, что кто-то шел. С помощью ночного видения я дальше вижу, обзор лучше, поэтому... Поэтому, наверное, как-то так. Блять, как отвратительно, просто пиздец. Ну, локация здесь небольшая, допустим. Не один прочитавший это послание ходит здесь, положи это наверху здесь. После этого путь может центр поддержки и вызови кого-нибудь. Может быть, если тебе повезет, тебе помогут. И я забаррикадировал дверь. Если что-либо держится в этой подсобке, только жди, жди и надейся, молись. Хуя не понял. Я не могу их вытащить руками. Очень странно. Потому что в недавнем хорроре про кладбище мы без проблем руками голыми их отдирали. Воздух начинает быть тяжелым. Мне... Блять, я не успел. Мне нужно, видимо, поторопиться или, может быть, даже найти противогаз. Отлично, у меня, кстати, ключ есть от этой двери. Ну, мне нужен ключ, а ключ-то у меня есть, братан, ты чё? Я ключ нашел, алло! Секунду, нам нужно разобраться с управлением. Правая кнопка, ага, это ночное видение. Показать УИ. УИ это что, это наш инвентарь? На Q? А, это... Подождите-ка. Вверх, вниз.
Во, отлично, East Area Key. Вот как это. Слушайте, ну непривычный здесь инвентарь и все вот это вот. Совершенно не те кнопки. Допустим. И здесь мы опять можем прятаться. Хорошо. Но я пока не вижу угрозы. И меня это пиздец как раздражает. Мне сыкотно. Фу, здесь, блядь, все в черной смоле какой-то. Блядь! Понял! Но это не монстр, подождите. Это человек, просто сошедший с ума. Может быть, это просто один из работников, и он объявил забастовку, потому что ему несколько месяцев не платили. Может такое быть, вполне. Сейчас бастуют вон кругом и рядом. Ну-ка, выйдем отсюда. Куда он ушел? Кисточка мне не пригодится? Допустим. Нет, мне определенно нужно ночное видение. Иначе он появится у меня перед носом, и я просто обосну. Вот, вот генератор и записуля. Генератор имеет питание. Нужно открыть ворота. Точнее, мы сможем открыть ворота, если его запустим. Потребуется тебе ключ и использовать специальное топливо, которое где-то здесь есть. Все это можно найти в той самой подсобке. Код и все, и кода нет. Вейнинг, Кварт, Олд. Продолжай глаза на время. Чего, блядь? Возможно... А, ну-ка. Так. Я, кажется, понял. Вейнинг, Крисент, Квартет и Олд. Крисент... Где Крисент? Крисент... Это, получается, 10. Подождите. Вейнинг, а здесь еще есть Ваксинг, Крисент. Твою мать. Здесь был Ванинг. Ванинг Крисент. Ванинг Крисент, это получается 10. Потом дальше идет Ванинг Квартет, это получается 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь. Шаров-то, блядь, сколько? Подожди. 0, 1 Янг получается, да? Потом 2, 3, 4, 5. Фулл это 5. Потом 6, 7, 8, 9, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается 8, 7, 9. 8, 7, 9. Пароль. 8, 7, 9. Допустим. Я бы, конечно, с удовольствием дальше прошел. Блядь, давайте сходим. Я просто боюсь, что забуду пароль. И хуй потом его вспомню. Ага, он там, блядь, ходит. Так, а здесь спрятаться я, походу, нигде не могу. А вот как раз такие мол... Ой, как все складывается-то вообще замечательно. У нас и молоток есть. И тут же сейчас мы сразу введем пароль. Пароль, так, давай в эту сторону. 8, 7, 9. Вот так вот, блядь. Я говорю, болтарист, гроза загадок. Есть ключ от генераторного. У нас есть еще старый... Молоток. Молотком, получается, мы сейчас должны раздолбить доски и оттуда взять топливо. Во как. Грязная газета. Полиция на этой неделе нашла тела двух людей где-то там на сабвее. Идентифицировать их, естественно, не удалось, потому что они были обезображены до ужаса. В Штатах началась проверка, искали, кто бы там мог умереть, но человек... свободный туннель и опасности в нем. Возможно, это был серийный убийца, который на дистанции между двумя инцидентами. Дальше додумывайте сами. Что такое? Что такое? Ты видишь, я играю в инди-хор. Туннель, человек спекулировал смертями и находился в горах. Вот так. Так, Пельсифон, хватит мяукать. Выходим. Так, сейчас направо. А, нет. Здесь развилок нет. Бля, этот хрен где-то рядом ходит.
А ящиков, где я могу спрятаться, не так уж и много. Мне нужно, да, в руки взять... Так, секунду, но я же вроде как колесико мышки. Ага, вот старый молоточек. Разбираем. По идее, эта тварь должна на шум прибежать. Так-то, ептать. Все продумано в этой игре. Бежим, бежим, бежим. Бежим к нашему приятелю. Вот здесь вот направо. Тоже направо поворачиваем и прячемся в ящик. Вот так вот. Хуй ты меня достанешь, как говорится, из этого сундука. Но он тупой, он вообще какой-то невменяемый. Я не удивлен тогда, почему ему несколько месяцев не платят зарплату. Просто, ну, чувак забежал в тупик. Там, в принципе, деваться некуда, правильно? Я же не мог раствориться в скале где-то там в стене. Перед ним стоит ящик. Почему бы не взять и не проверить? Вот так вот и будут тебя вечно использовать. За бесплатно тут будешь горбатиться. Окей. Так, нам нужно идти в правую сторону. С другой стороны, можно и не подсвечивать его. У него же фонарь есть, то есть я в любом случае его увижу. Если он где-то там далеко будет идти. Вот, здесь. Закрой, пожалуйста, дверь. Молодец. Нам нужно найти топливо. Причем специальное топливо. Я, блядь, вообще первый раз слышу, чтобы для генераторов нужно было специальное топливо. Он, блядь, с машины слил, нахуй залил, и все работает. Ну все, условия выполнены. Теперь нам нужно вернуться аккуратненько, запустить генератор. И металлические ворота откроются, и все, и мы спасены. Ой, 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 не надо, ой, не надо. Жалко, конечно, что братишку не спасли. Ага, он за мной выехал, понял. Тан-тан-тан-тан-тан-тан, где-то должен быть ящик, ага, хорошо. Ну, чтобы далеко не убегать. И все это время, я так понимаю, мы сходим с ума. Потому что за мной иногда появляется индикатор здоровья. Он здесь не в процентных соотношениях, а вот это вот безумие, там, знаете, вот эти вот стадии. Ну, неспроста в самом начале мы были у психолога. Мы сходим с ума. Конечно, блядь, в такую ситуацию попадешь. Так, генератор. Мне нужно... Так, спокойно, спокойно, сейчас все будет. Ах ты подожди, а у меня канистра-то пустая, твою мать, мне нужен ignition key, чтобы запустить, генератор key, вот, генератор key у меня имеется, но мне нужно канистру с газом, подожди, я понял, я все понял, это не получается, точно, empty jerry gas. Я-то думал, в канистре уже все есть. Вы посмотрите, а, что происходит. Так, сейчас я быстренько спрячусь. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Получается, я нашел канистру, а я еще должен и в нее налить что-то. А я откуда знаю? А вдруг я не то топливо залью туда, и все, и пизда генератору будет. Он вообще никогда не запустится. Ну окей, давайте мы тогда сейчас это... Можно выйти? Так, он пошел сюда. Ладно, обходим его. Хорошо. Так, и куда нам нужно идти? Нам нужно идти в хранилище с топливом. Так, это не то. Вот, 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 вот нам сюда. Ну вот и все. Берем нашу пустую канистру. Видали? Ну, сука, он меня поймал. Персифон, тихо. Ебать, он мне молотком голову сломал. Вы чё, блядь, серьезно? С самого начала? А нет, здесь есть сохранение. Меня это радует. Потому что вручную, как я понял, мы не можем сохраняться. Блять, ну я так был близок, я даже заметил, что позади меня свет замелькал. Я сразу понял, что здесь что-то не так. Где, где, где? Ага, все понял. Так, я понял, только я не понял, где я. Секундочку. Ага, сторож понял. Так, вот сюда мы идем налево, здесь направо и заливаем канистру. Аккуратно. Аккуратно. Хорошо.
Взяли в руки, заливаем. Но он на шум, я вам точно говорю, он на шум прибегает. Ну вот. Ты какая тварь, ты посмотри. Слушайте, а как тогда? Я ведь, наверное, не смогу. Да и Персифон, хватит мяукать. Заливать по пол канистры. Персифон, иди поздоровайся. Все, иди гуляй. Попробуем сделать следующим образом. Я сперва забегу в эту подсобку и ничего не буду делать. Я буду просто стоять на месте и слушать. Да. Вон он идет. Окей, прячемся. Я специально даже дверь закрыл. Ну ты посмотри, сука, какая. То есть он видел, что я закрыл дверь, что я в этой комнате, но куда я делся дальше, он понятия не имеет. Окей. Вроде ушел. Бля, он где-то рядом ходит. Ну-ка, что такое? Он опять сюда идет. Ебать, а как я тогда должен наливать-то топливо, что я не понял? Я сейчас даже не подходил к этой цистерне. Слушайте, может здесь какая-то скрытая камера стоит или какие-то ловушки? Как он понимает-то, блядь, что нужно идти именно сюда? Все, он ушел. Канистра в руках. Да ёб твою мать, возьми ты канистру, долбоёб. Идёт, он идёт. Иди нахуй. На всякий случай я спрячусь. Да я вам точно говорю, он где-то здесь. Он меня поджидает, да, вон шаркает. Ага, уходит. Нет, блядь, это он вокруг ходит. Он ходит вокруг этого помещения. Я разминуться с ним никак не могу. Он меня ваншотит. Похуй, пробуем. Не буду же я вечно здесь сидеть. А то кончу как друг свой. Он сзади. Твою мать. Сейчас, сейчас, нормально. Нормально, ребят, сейчас разбансим его. Сейчас все будет красиво. Все, он не видел, отстань. Ты меня не видел, ты не знаешь. Половину я уже вылил. Сейчас мы еще дольем, вставим ключ. И все, и генератор заработает. Ну, когда заработает генератор, этот шахтер все поймет. Он поймет, для чего я это сделал и что я, собственно, сделал. И будет поджидать нас у металлических ворот. Поэтому действовать нужно очень-очень быстро. Ах ты, сука. По половинке она, значит, не льется. Ну ладно. Все. Все заработало. Отлично, хорошо. Спокойно. Спокойствие, блядь. Самое главное спокойствие. Почему дверь закрылась? Он здесь стоит? Вот и все. Я открыл ворота. Открыла, наверное, или открыл, хуй знает. Но сисек вроде нет, похож на бабу. Я был быстр, насколько это было возможно. Я не просил помощи и не хотел вообще туда возвращаться. То, что я увидел, повергло меня в шок. Я не хотел чувствовать ничего вокруг. Я просто бежал и хотел найти путь домой. Это было поздно, это был похож вообще на ад, и мои родители мне не поверили. Дали пиздюлей и сказали, неделю стоишь в углу. Но я забыл об этом довольно быстро, когда они увидели то, что я
Непонятно. И тут вмешивается в разговор психолог. Говорит, что ты имел представление или нет. Я почувствовал шок в этой самой шахте, когда носил канистру с газом. Этот монстр, он был похож на человека. «Я не знаю», — отвечает парнишка, — «монстр как монстр». «Послушай, парень, я, конечно, все понимаю, что у тебя огромный стресс и все такое, но должно же быть какое-то объяснение всему этому. Я знаю, что вы мне не верите. Но мне нечего вам сказать. В этих шахтах есть какое-то чудовище, оно умное и похоже на человека». Вот так. Вот так, ребят. Вот такой вот попался нам инди-хор. Ну, не сказать, конечно, что он прям какой-то страшный, ну, такой, знаете, атмосферненький, жутковато было. Особенно первое время, пока ты не знал, кто и что будет здесь за тобой гоняться. Простенькие головоломки, прекрасный визуал, как по мне, для инди-проекта. Так что я бы с удовольствием поиграл и во вторую картину. Она же, по идее, должна быть. Так, мне все понравилось, надеюсь, что и вам тоже. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.